Готовим кабачки в остром соусе. Берем 60 грамм чеснока и измельчаем 4 секунды на скорости 8. Убираем в сторонку. Берем 180 грамм сладкого болгарского перца красного, 1 стручок жгучего перца и измельчаем 5 секунд на скорости 5. Опускаем все с помощью лопатки. Добавляем 1 килограмм кабачков и измельчаем 10 секунд на 4 скорости. Добавляем 80 грамм сахара, 1 чайную ложку соли, 70 грамм томатной пасты, 80 грамм растительного масла. Все тщательно перемешиваем. И готовим 22 минуты при 100 градусах, реверс, скорость ложка. Добавляем рубленый чеснок. Сто 80 грамм уксуса 9%. И готовим еще 3 минуты при 100 градусах, реверс, скорость ложка. Раскладываем кабачки в подготовленные стерилизованные банки и закатываем. На видео я показываю лайфхак, как можно залить кабачки, не проливая. Закатываем, переворачиваем крышкой вниз и даем полностью остыть. Храним в темном месте. Наши кабачки в остром соусе готовы. Приятного аппетита, ваш консультант Айгуль.